Ну, что опять не так? Ты разве не за разводом к ней ходил? Молчишь. Все самой приходится делать. Между прочим, я ее к стенке приперла. Мол, видел ее с мужиком. Она сразу и в кусты. Ха. В общем, поговорили. Так, а ну убери эту гадость от рта. Не, ну тебя... Ты вообще за ней смотришь? С кем я разговариваю? Держи. Ладно. Так, получим развод, отметим свадьбу. И буду я Альбина Назарова. Звучит? Чего ты все время молчишь? Я слушаю. А, ну слушай, слушай. Слушай, а мы потом поедем в свадебное путешествие. Хочешь в Италию? Че, хорошо? Что, мы хуже других? Я размечтался. Мы вот Сонечку отдадим тете Вале, а сами пойдем куда-нибудь на экскурсию сходим. Ну там, в море поплаваем. Да, опять же, в ресторан. В ресторан пойдем. Какой ресторан? Ты меня вчера за копейку чуть не удавила. Ой, да ладно, копейка, ничего себе копейка. Можно в кредит взять на поездку. Я такое по телеку видела. Вот. И заживем мы с тобой. А пока отметим развод. Я тут заначила по торжественному случаю. Романтично. Сама пей эту кислятину. Ничего, дочь, ничего. У других вообще папы нету. У нас есть Юрик. Наташенька, а ты всегда так неженственно одеваешься? А что такого? Ну, ты не обижайся, просто мужчины любят, когда женщина красиво одета. Например, там, туфли, платье. А у меня проблем с мужчинами нет. И вообще, я тоже замуж выхожу. За кого? За того мальчика, с которым ты была на свадьбе? Точно! Его Геной зовут. У нас с ним любовь. Вечная. Как в песне, помнишь? Слушай, у меня есть идея. А давай мы устроим праздничный ужин. Посидим всей семьей, Гену позовем. С семьей? Может, еще отца с Альбиной позовем? Ну, как квартирка? Нравится? Очень. Очень. Квартира хорошая, светлая, просторная, двусторонняя. А что это такое? Веточка, ты слышишь? Ой, молодежь пошла, они не знают, что такое двусторонняя квартира. Ива, а откуда у тебя ключи от нее? Так мне хозяйка дала, Люба. Я помогаю ей продать квартиру. Не бесплатно, конечно. Ну, с вас я денег не возьму, вы же родственники. Что, квартира дорогая? Ну, это мы с твоей матерью обсудим. Ма, а вот мебель, телек, это как? А эта хозяйка вышла замуж за миллионера. В столицу уехала. Да. А это барахло тут оставила. Да какое же это барахло? Правда, Валерка? Может, какую-нибудь другую хату посмотрим, а? Да нет, мне нравится это. Там такая ванная большая, кафель розовый. Молодец, Викусенька, молодец! Вот сразу видно, вкус хороший. Хозяюшка. Ну, Валерка, ну давай ты решай. Так а что тут решать? Берем. Берем? Да, мам. А когда можно переезжать? Это от твоей матери зависит. Хороший ананасик купили. Да, влетит твой ужин в копеечку, мама. Ну и что? Зато все вместе соберемся. И решим все проблемы. Ну-ну. Тяжелые сумки. Давай заберу. Не, не надо. Такое разнообразие в ваших магазинах. В наших магазинах? Ну да. Я когда уезжала, вообще ничего не было. А сейчас разные жирности, разные марки, полки ломятся. Ну прямо как у нас в Италии. Знаешь, я еще пока даже с вашими ценами до конца не разобралась. С нашими ценами? Ну хорошо, с нашими ценами. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вот видал, как отоварились. Тащит аж руки красные. А чё же ей? Она, наверное, тысячи из этой своей Италии нагребла. Угу. Она себе экономит. Ни колечко тебе золотого, ни цепочки, и ноги голые. А обскобалась-то как? Скажи честно, ты надеешься, что отец вернется? Я шизею. Я не понимаю вашей логики. Держаться за мужика до последнего. Надо же себя уважать. Вот когда у тебя будет семья и 3 детей, я надеюсь, ты меня поймешь. Когда у меня будет семья и 3 детей, я их не брошу. Никогда. Вот зараза настырная. Наташа, ты где? Давай звони Николашу, чтобы не опаздывал. Скажи ему, что ужин в 7. А он до скольки работает? Сама позвони. Алло, Николаш, это мама. Он спит. Как спит? Где? А вы кто? Я Ирина. Ирина, передайте моему сыну, что я звонила. Хорошо, я передам. Ну а что ты удивляешься-то? Спит сучилка и в ус не дует. Я ж тебе говорила. Кажется, я уснул. Я всю ночь не спал. У меня мама приехала. Дома черти что творится. Она только что звонила. Кто? Ну, мама твоя. И что ты ей сказала? Что ты спишь. Представляю, что она обо мне подумала. Реша. Раз я у тебя уже сплю, я могу приходить? Нет. Опять 25. Это он? Ванькин отец? Нет. Хотел бы посмотреть на того, в кого ты была влюблена. Может, я и сейчас его люблю. Если бы ты его любила, ты бы не торчала в нашей дыре. Так что не надо играть со мной. Я не маленький мальчик. А ты у нас уже взрослый. Если ты у нас такой большой, то бросай свои дурацкие пирожки. Поступай в университет и учись. А как же ты? Я влюбился в тебя с первого дня, как только ты пришла к нам в класс. Я даже помню, в чем ты была одета. Тебе сколько лет? 18. Это единственное, что тебя останавливает. Какая же ты красивая. Да. Ты думаешь, я за тобой бегать буду, пацан? В больницу никто не пришел. Ни ты, ни это твоя Альбина. В ларьке никого. В воскресенье мы не работаем. А у Альбины маленький ребенок. Подожди, Палыч, ты сказал, что в больницу Альбина не пришла. А я тебе о чем? Мне нужны бабки. Получишь. Я это уже слышал. Теперь, пацан, будем говорить по-другому. Ир, мне нужно бежать. Я вечером приду. Договорились? И, Ирина Николаевна, мне почти 19. Скатерть. Чистая. Молодцы. Угу. Конечно, молодцы. Ее 6 лет никто не доставал. Ну, а теперь будем доставать. Часто. Так, сколько у нас человек сегодня? Слушай, а ты не знаешь, папа сегодня работает? Гороховым забыли позвонить. Я этим точно звонить не буду. Ну, я позвоню. Позвони. Так, мясо. Подписала. Творог. Стёпа, ты почему творог брал? Не угадал. Это мой. А, как всегда. Вот мог бы и поторговаться. Кстати, кислый. Мам, ну можно потише? Ничего, что я кино смотрю? Ну, ботаник, давай. Смотри мне. Оправдай доверие. Вечером к свате пойдем. Что, приглашали? А мы по-родственному, без приглашения. С квартиры же надо что-то решать. Торопишься ты сильно. И чё? Вот подозрительно как-то. Квартира с мебелью сразу нашлась, да? Может, ты с сестрой что-то мутишь там, да? Шел бы ты. Прокурор нашелся. Елена Петровна, Степан Иванович, только что мама звонила, всех на ужин к 7 зовет. Ну, видишь, вот и решилась. На ловца и зверь бежит, да, сынок? Ма, я кино смотрю. Лазанья почти готова. Мамма мия, какой соус удался. Бешамель? Ну ничего. Только кто это есть, все будет. Бешамели твои. Все будут. Ты Гене сказала к 7? Я не дозвонилась. Что, за целый день? Слушай, что ты пристала? Гену ей подавай. Наташенька, я слышала твой разговор на свадьбе с Геной. Ну, случайно. Какой разговор? Ну, когда он с тебя деньги требовал. Я, правда, не очень поняла, за что. Не лезь. Ну что, с Геной поругались, что ли? Я тебе сказала, не лезь. Наташенька, ну я же твоя мама. Ну мне ты можешь все сказать. Ты сначала со своими мужиками разберись, ладно? Побудь со мной, здесь так отрадно и светло. Я под струями покрою, устаю чьюрам плечу. Юр, ты проснулся уже? А давай куда-нибудь сходим, там, ну, не знаю, воздухом подышим. Юрик. Твою дивизию, Альбин. Палыч звонил, ты же влюблён. Я ребенок спит. Ну, прости меня, дуру, я закрутилась, просто денег нет, честно, нету. Нету. Чей это у вас там за секрет-то? Юр, ты спи, ничего, ничего. У нас тут отец все деньги взял из моей заначки. Понимаешь? Да мне пофигу, кто их взял. Вот, бать, взял на работу Альбину, как ты просил. Имею одну головную боль. В воскресенье она работать не может. Ночью, понятное дело, еще и криминалом занялась. Что ты орешь? Ребенок спит. Ты с чем он говорит? Да шутит мальчик. Ну, шучу. Она паленой водкой приторговывает. Что ты врешь? Потом люди в реанимацию попадают или живыми остаются. Так, уходи отсюда, брехня! Что ты понимаешь? Покуси, рот не закрой! Пусть деньги выкладывает, откупиться надо. Я все, что было, у меня отдал. Мне товар не за что купить, держу бизнес себе в убыток. А чего для чего тебе деньги нужны были? Ты мне за глотку хочешь сесть? Блин, чего насели на бедную женщину? Пиши, сынок, я отдам. Тебе на когда деньги надо? На вчера. Хреново. Может, у матери возьмем, а? А я о чем говорю? Утюг, говорю, сломали. Блин. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия . Здравствуйте. Здрасте. Ходите. А Викуся, Валерий где? Так отдыхают уже, завтра же рабочий день. А, ну, присаживайтесь, я сейчас быстро на кухню схожу. Ты посмотри, насколько человек накрыто. Ну, значит, сейчас надо дело решать, пока никого нет. Угу. Вот и я. Может, помочь с вами? Да нет, спасибо. Ну что, со свиданницем? Аня, у нас для вас радость. Мы смотрели квартиру. Угу. Детям понравилось. Дело за малым. Деньги нужны. А что, прямо сейчас? Ну, можно и сейчас. Но сейчас у меня нет. Я так и знала. Ну зачем вы нам голову-то морочили? Ну вот как можно после этого людям доверять? Нехорошо, Таня, мы к вам с открытой душой. Вот. Я и жена. Идем, Степа. Нет, подождите, ну деньги есть. Я просто не могла столько денег через границу перевести. А сколько? Ну, чего ты к человеку пристала? Я-то, ну, давайте за детей лучше. Давайте. Деньги должны в банк прийти, вот на днях, может, даже завтра. Так что, а что за спешка? Ну, какой спешка? Ну, вот и хорошо. Ну, раз детям квартира понравилась, значит, я ее посмотрю и быстренько документы оформлю через нотариуса. Ну, вы пробуйте лазанью. Получилось, по-моему. А картошечки с чесночком? Да подожди ты с картошечкой-то. А когда вы назад-то собираетесь? А куда назад? Ну, куда? В Италию вашу? А никуда я не собираюсь. Я насовсем приехала. Как нет? Вы же мне его сами дали. Смотрите. Валерочка, 8907. Я тебя так люблю. 628. Я тебя просто обожаю. Я бы чего-то давно. Я вас вообще не знаю. Я такая счастливая. Представляешь, мы будем жить отдельно. А, вы писали, что у вас без твоей мамы. Хотя это правда не смешно. А зачем вы тогда приехали меня встречать? Когда мы приедем, можно я еще девчонок позову? Никого не встречал. Валерка. Представляешь, как они мне завидуют. А Маринка как завидует. А девчонки все. Я же первая вообще вышла замуж. Из всей группы. Блин, Кусь, как оно развязывает? Только ты осторожненько, хорошо? А фамилия? Какая разница? Анют, это я. Спустись во двор. Хорошо. Все. Ну, успокоилась? Ну, наверное. Ну, пожалуйста, ну, Саню, ну, не плачь, ну, доченька. Привет. А я Альке сказала, что пойду с Сонечкой гулять, я сам к тебе. А я тебе сегодня несколько раз звонила. Хотела тебя на ужин пригласить. Слушай, у меня телефон выключился, я только что увидел. Я думала, ты не хочешь со мной разговаривать. Ты что? Я хочу. Я очень хочу. Юр, послушай, ты знаешь, вот с этим Клавой такое недоразумение получилось. Я совершенно случайно с ним встретилась. Я его 10 лет не видела, еще 10 не увижу. Это ты меня должна простить за то, что я на тебя руку поднял. Я что-то взревновал страшно. Я даже забыл, как это бывает. Юра, что дальше? Так и будем по чужим дворам тайком встречаться. А ты со мной разводиться не собираешься? Не собираюсь. Вот Талька стерва, а. Опять обманула. Ты представляешь, а я места себе найти не могу. М? Ира, я с тобой разводиться не собираюсь. но я очень хочу, чтобы ты определился. Чао. Сынок. Привет. Иди сюда. Голодный, да, я тебя покормлю? Я столько всего наготовила. Я не хочу. Тебя Ирина покормила. Николаш, может, ты мне расскажешь, какие у тебя отношения с Ириной? На мой взгляд, она взрослая, самостоятельная женщина. А ты… Я тоже самостоятельный. Ну ладно, не горячись. Что мне кажется, она сбивает тебя с пути, с правильного. А ты-то сама знаешь, где этот путь правильный? Ну, может, я не знаю, но я думаю, что человеку надо сначала образование получить, встать на ноги, а потом… А уже... потом будет поздно. Ма, я Иришу не брошу. Но ты же ее совсем не знаешь. Ну ладно, скузи, сынок. Самостоятельный ты мой. Пойду тебе постель принесу. Что я опять не то сказала? Ирина Николаевна, вы не спите? Нет. Проходи. Только тихо, а то Ванечка спит. Вот я написала изложение. Хорошо. Может, проверите? Сейчас? Ну, я бы еще успела над ошибками поработать. Катя, я, пожалуй, завтра проверю изложение. Как-то не могу сосредоточиться. Ну, как хотите. А у вас что-то случилось? Да нет, все хорошо, спасибо. Ты чего? М? А ты не могла бы Ваню к себе взять, пожалуйста? Сейчас? Ну, без проблем. Я его уложу. Угу. Идем, малыш. Слушаю. Лейтенант Васильев. Лёх, ты чё так официально-то? Срочно приезжай на вокзал. Нет, не знаю, что там случилось, но я не могу. Сейчас никак. Колька, не дури и приезжай. Я у ларька, у нас ЧП. Алло, Лёв, да что случилось-то? Свате денег даст и уедет. Дети в съемной квартире поживут. Пока мы другой вариант подыщем. Ну, такой, как я мечтала. Надо сделать так, чтобы сватье деньги дала, а мы сами все оформим. А как мы это сделаем? Ну, лучше, если бы нам кто-нибудь из наших подыграл. Ну, к примеру, Альбинка. Ага. Она этого не терпеть не может. Точно. Ты не волнуйся, сестра. Сватья твоя простушка еще та, хоть и по заграницам жила. Мы ее одной левой сделаем. Ой, твои слова-то Богу в уши. Все, сестра, с Бог ног. Тебя как зовут? Алиса. Зашел! Сильно умная Таня. Адвоката ей подавай. Нет, хватит шептаться. Гаси свет, давай спать. Степ, ну не мешай смотреть телевизор, а? Ну что ты все об одном и об одном, а? Ну, одеяло отдай, елки. Все одеяло забрал. Телевизор смотри. Твою дивизию. Ну, в общем, это один из пассажиров заявил. Я сразу с вокзала сюда. Смотрю, таки правда, все стекла разбиты. Ну, я в отделение сообщил, а дежурный говорит, что приедут только завтра утром, ну и разберутся, что там к чему. Не спешат твои дружбаны службу исполнять. Коль. Ну, сам посуди. Пострадавших нет. Свидетелей тоже нет. Вроде из киоска ничего не пропало. Ну, в принципе, обыкновенное хулиганство. Даже бабок нет. Что мне делать? Да, давненько у нас так на вокзале не бузили. Прям как в 90-х. Ты кому дорогу-то перешел? Никому. Что, не подозреваешь никого? Нет! Коль, ты ладно, это подумай, а я пошел. Так, что собрались? Расходимся, расходимся. Быстро, быстро. Да. Ну что, получил привет? Ну ты, сука, Палыч. Нахрена ты это сделал? Ну должен же тебя кто-то уму-разуму научить. А ты? Ты ментов не боишься, ты? Ничего ты мне не сделаешь. Я это знаю, ты это знаешь. Утром жду деньги. Место ты знаешь, время тоже. Алло, ты еще здесь? Здесь! Тогда сладких снов, малыш. И пусть тебе приснюсь я. Скотина! Чё стоим? Я Сонечку из ясельк заберу. А ты тоже не задерживайся, хорошо? Вы там выпейте по рюмочке, закусите и домой. Женщина, ты не рано на себя роль жены примерять стала? Ну, прости меня, дуру. Это ты из-за вчерашнего, что ли, сердишься? Вот именно из-за вчерашнего. Кстати, ты ничего мне рассказать не хочешь? Нет. Но я так и знал, что от тебя правда не добьешься. А я не понимаю сейчас, о чем ты. Я, между прочим, тебя тоже хочу спросить. Ты с Сонечкой вчера где так долго гулял? А? Вот и поговорили. Угу. Ладно. Ну, не дуй, что ли. Николаш, а что стряслось? А как ты думаешь? А ты че вот этот траванутый вот это все сотворил? Благодарные клиенты. Те, которым выжить удалось. Мама моя дорогая, как жалко. Тебе жалко? Нет, сынок, не психуй. Я возьму аванс, и мы с тобой расплатимся. Бать, твоих денег не хватит. Все, я пошел. Николаш, а ты куда? Решать вопрос жизни и смерти. Ага. А мне тут чего? А тебе? А ты собирай стекло, делай переучет и позвони, чтобы выпечку отменили. Ага. Жди ментов, они приедут протокол составлять. Хорошо, я все в лучшем виде сделаю. А ты сейчас к этому упырю, да, к Палычу? Я не виновата, я… Это, может, не из-за меня еще все. Знаешь, это кто мог сделать? Это… здесь столько конкурентов и завистников на вокзале разных. Мог… Юр. Юра…